написано: я ненавижу сапоги из резины на футболке и сам в сапогах из резины. Перехожу дорогу. Такие шикарные фонтанчики. Просто прелесть. Это статуя. Это такой символ Торонто тоже. И здесь оперный театр Four Seasons. Здесь Шангри-Ла, где я смотрела на пчелок. Так, что еще показать? Посмотрите на вот них таких товарищей. Пойду немножко поближе. Это улица University. Университет. Вот такая вам зарисовка города. Кстати, у фонтана так классно, так свежо. И я чуть-чуть опоздала на час. Вода такая, а солнце, она аж желтая, вот так вот переливается. Но сейчас это уже остатки. Сейчас почти 7 часов вечера. Это такой микроскопический парк, где можно посидеть на скамеечке среди небоскребов. Это оперный театр Карен Кейн, Торонто балерина, очень знаменитая, которая является генеральным директором всего этого театра оперы и балета. Она танцевала с Нуриевым. Это Сити Холл, Торонто. Сегодня ужасно солнечно. Смотрите, солнце отражается в здании.